Мы сдали тест Купера, результаты, конечно, разные, но положительные эмоции от теста Купера остались, вот, потому что многие сидели, скажем так, без тренировок, да, без дела, вот, но вышли не совсем растренированные, вот, тренировочный процесс идет полным ходом, немножко мы его упростили, скажем так, нагрузки первую неделю мы сбавили, вот, но нагоним. Изменился ли как-то план предсезонки в связи с современными реалиями? Ну, я уже сказал, что первую неделю мы такой полувтягивающий, полуударный цикл, если его можно так назвать, сделали. Получается, сейчас доктор, один из главных людей в команде, согласны ли вы с этим? Сейчас такая ситуация. Ой, на доктора больно смотреть, ему очень тяжело, сейчас он постоянно уставший, вот, очень много работы на него свалилось действительно. На что будете делать основной упор в дальнейшем предсезонке? Ну, обычно вот первые две недели идет ударный цикл, мы закладываем фундамент, закладываем физику, вот на это и делается акцент.